Связывать с этими грибами. Почему я вылетел из чертова машины? Объясните мне. Я сел обратно. Вы молодец. А мы можем продолжить. Смотрите налево, они танцуют. Человечки танцуют. Это же смешно. Правда, Скорпион Сергеевна? Nope, it's not funny. А вот так? А у меня опять глюки. И сильно штырят, скажите, пожалуйста. Оружие застреляло синими какашками. Зелеными, точнее. О, щит, сказала Аша. Расстрелять ее. Она не должна была выражаться нехорошо. Ей можно. Она англичанка. А мы? Мы что же? Мы американцы. Американцы пикают еще хуже русских. Они говорят «щит» через каждые 5 секунд. Это, щит, мне кажется... это нормальное слово. Это кусочки идеально высранного дерьма. Прошу прощения за американские разъяснения. Это чем я занимался перед началом записи. Я завалил невинного человека. Бывает, Скорпион Сергеевна, бывает. В моей одежде это сутенер, так что все нормально. Согласен с вами. У вас все всегда будет нормально. Здоровья вам и вашему дому, Скорпион Сергеевна. Это что-то за фигня. Прошу прощения, не могли бы вы оживить нашу дорогую да, девочку? Да, я спасу нашу девочку. Нашу девочку, персонально нашу, не больше. За нами летит вертолет с какими-то желтыми какашками. И они взорвали наш чертов шлюп. Мы должны уничтожить проклятый вертолет. Для этого мы должны заставить его танцевать. Или же просто выстрелить из базуки. Это гениально, Скорпион Сергеевна. Ну, it's me, I'm a genius! Не совсем, но все. Немножко есть. Вы же не против, если я буду курить во время того, как мы сидим? Спасибо большое. Танцуем! Вырубите эту плохую музыку. Эту щит, как бы выразились американцы, правильно? Да, весь fucking shit. Кто вам в бардачок положил грибочки? Я не знаю. Наверное, вы. С чего такая уверенность? Скажите мне, пожалуйста. Чисто предположение. Нам подарили подарок. Вероятно, это не совсем, это Дженки. С грантами. Дженки с базукой — это боль. Папа боль. Бежим. Скорпион Сергеевна, за мной бежит педофих. Ой, сейчас меня завалят. Скорпион Сергеевна, бегите, он светится. А у меня большие глюки. Кошка злая взлетела. Это мухоморчики. Мы что, в Марио играем? Это послевкусие. Нет, Марио Сергеевна, не обращайте. Ой, Марио Сергеевна, прошу прощения, Скорпион Сергеевна. У нас нету ни малейшей возможности по нему выстрелить. Потому мы должны заставить его танцевать. Мы привезли какую-то машину. Я в нее сел, Скорпион Сергеевна. Think so. I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Oh, I see. Okay. What on earth happened while we were disconnected? Explain later. Powers. Я увез Дженки. Дженки увезем. Ой. О, нам вернули суперсилы. Ой, даже Аша дали. И Аша стала какой-то супер черной. Она супер черной. Ой, я
улетел. Отдача слишком большая. Генки ас. Что же вы делаете с такими великими машинами? Ой, не то. Скажите, насколько сильно вы ненавидите, когда я делаю вот так? Сильно? Очень. Прошу прощения, Скорпион Сергеевна. Все же у нас сегодня культурный вечер, не правда ли? Пошли какой-то вирус загрузить нужно. О, ачивка! Давайте. Он Хесен Секрет Сервис. Вероятно, потому что мы помогли. Ну да, наверное, да. Вы правы. И у меня зависло. Отвисло. Бывает, Скорпион Сергеевна. Бывает. Опять зависло. Опять отвисло. Ты нажал на паузу. Ты нажал на паузу. У меня показано, ты нажал на паузу. Объясните мне хоть малейшую причину, по которой вы нажали на кнопочку пауза. Я не нажимал на эту кнопочку. Да? Вы уверены? У меня написано, что это вы нажали. А у меня было написано, что это вы нажали, и что же? Скорпион Сергеевна. Уже у вас ложные позывы пошли. Помимо мухоморчиков, еще и... Еще и черти что. Вы меня не обгоните никогда в жизни. Ну, разве что в гонках в GTA Online. Но сейчас мы играем в Saints Row 4. Поэтому вы меня не обгоните. Я все правильно расставил. Я на месте, но тут ничего нету. Сейчас узнаем. Вероятно, когда вы появитесь, все появится. Ну, ты перед смертью-то не напиться. Клёво, песенка у меня играет. Какая же? Не знаю. С такой музыкой? Ту-ту! Вот что-то такое, да? Нет. А какое радио у вас стоит? У меня микс. У меня то же самое. Ну, значит, я вас неправильно понял. Извините. Смотрите. Хотите увидеть свои мухоморчики любимые? А, это наши были. Чёрт. А, наши, точно, точно, прошу. А я пока станцую. А, нет, это не то. Давайте я станцую. Смотрите. Оп, 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 оп. А как это делать, я сейчас забыл. На правую... зажимаете правую кнопку на... правую или левую? Там... Зажмите ее. Ну, еще разочек, Мария Скорпион Сергеевна. А, я, пожалуй, станцую. Я их отвлеку. Убивайте их, Скорпион Сергеевна. Видите, как челюсть у них отвисла? Один из них, видимо, гей, потому что он по мне выстрелил. Весомый аргумент, Скорпион Сергеевна. Смотрите, мухоморчики наши. Что с вами, Скорпион? А я, пожалуй, станцую. Я вас поддержу. Оп. Давайте Кинзи на корабле встречаем. Да, и, наверное, пора заканчивать. Вам не кажется так? Нет, нужно еще пройти сюжетную миссию, хоть одну. Одну. И после этого заканчиваем. Правильно, Скорпион Сергеевна?
О, если кулак есть под дороги, давайте заглянем туда. Ну давайте. Если вам прям так приспичило. Ну, не совсем по дороге, но не так уж и далеко. Ну, все же дойдем. Мои силы заглушены, Марья Сергеевна. Ой, прошу прощения. Путаю со своим прошлым именем. Вы имеете полное право называть меня Марья Сергеевной. Скорпион Сергеевна. О, мы очистили точку. Да, погнали на корабль. Погнали на корабль, Скорпион Сергеевна. Я считаю, что это хороший день. Потому что ничего плохого у нас сегодня не произошло, не правда ли? Скорпион Сергеевна, я не слышу вашего мнения. Everything is possible. Прошу прощения, но у нас сегодня русский культурный день. Насколько вы могли понять, по моей возмущенной интонации, вы должны были говорить по-русски. А я чё на каком сказал? А на каком же вы сказали? Я вроде и на русском сказал. А вроде бы нет. Я запрыгнул Кинзи на голову. Кинзи на голову запрыгнул я. Я, пожалуй, если можно, станцую. О, мы сделали миссию. Я лишен возможности танцевать тут. О, что? У меня апгрейд Скорпиона. Доступен. Я придумал. Вы будете Скорпиона Андреевна, а я Марья Сергеевна. Договорились? Да, Скорпиона не Андреевна. Ничего взять. Скорпиона Андреевна. Я пока займусь кое-чем с Ашей, а именно поговорю. Так, нужно обновить. Не знаю, что за duration. Так, ричардж не хватает. Ладно, возьму что-нибудь другое. Миссию выбрать. Берите какую хотите, пожалуйста. Давайте побыстрее, а не то я сейчас и Джонни Гетта совращу с пути истинного. В очередь, мадемуазель. Я занимаюсь кое-чем. Мид Джонни Гетт. Мой кот поймет. Долбиться мне в спину. А мне удалось совратить Гетта на свою сторону. А вам, Скорпион Андреевна? Нет. Скорпион Андреевна. Скорпиона, твою мать, Андреевна. Куда вы ускакали от меня? На миссию. Наверное, вы спрятались. Я, мне кажется, вы спрятались от меня под стол, не правда ли? А что, если я вас найду? Как миссия называется и кому она принадлежит? Джонни Гетту, наверное. Наверное, или Джонни Гетту? Ну, если мы его разница. Искали. А, продолжим. Мы видим какие-то будки, не правда ли? Поехали. Или пешочком. Удачи. Просто Джонни, Джонечка, Джонник, он не любит идти, ходить. I thought you knew where it was. I do. In one of the crates around the armory. Okay, no need to get touchy. She's always like this, Johnny. Get used to it. Вы не против, если я возьму чертов вертолет и буду вас прикрывать? Скорпион Андреевна,
Можете делать что хотите. А, то есть это вечеринка. Ай, меня мой кот оцарапал. Кот оцарапал меня. Вот же он же маленький засранец. Я с вами абсолютно согласен. И солидарен. Скорпион Андреевна. Johnny, I got a long way to go before I catch up to your body count. Мы должны дестроить Alien Tech. Или же, в переводе на чертов русский, уничтожить технологии алиенов, или же пришельцев. В России алиенов называют кто, как? Ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось, Скорпион Андреевна? Нам нужно что-то было сделать с этой штукой. Продолжим. Как-то далеко надо куда-то. А я уже забрался. Вы нашел. Можете меня подождать. Все забрано. А вот дальше нужно паркурить. Вы умеете паркурить? Скорпион Андреевна, я же не со стенкой разговариваю в конце-то концов. Или в доска. Признайтесь честно, как бы вы себя назвали? Ладно, в такой ситуации давайте помолчим и сосредоточимся на том, чем же мы заняты. Мы заняты... Чем мы заняты? Да не суть. Мы должны спешить. Вы понимаете, что мы должны сделать? Дойти до доков. Или же поспешить. Я, пожалуй, совершу ядерный взрыв, если вы не против. Do whatever you want. I almost play. Me too, мазафака. Это же не является оскорблением. Вы посмотрите, на что я еще гожусь. Вы видели этот чертов мать его атомный взрыв? Или же нет? Возьмите чертовы ингибиторы, пожалуйста. Ой, меня убили малость. Малость? Ну что ж такое? Где же вы? Пожалуйста, вставайте. Не время лежать тут, валяться, прохлаждаться, не правда ли? Ну а почему бы не отдохнуть, не правда ли? А отдыхать вы будете, когда мы закончим. Вам не кажется, что все остальное малость несправедливо? Что, мол, я... То бишь, Марья Ивановна, работаю, а вы ни пип себе не делаете. Прошу прощения, помните, в прошлой серии мир был виртуальный, там тоже все пипкалось? Я преследую Гетта Джонни. Джонни, прошу прощения, Гетта. У меня патроны дробовика кончились. Это все потому, что вы нищий. Все правильно? Я все правильно расставил? Нет. Потому что вы богатый, но не хотите покупать патроны? Нужно дойти до магазина. Я и говорю. Seems like I picked a hell of a spot to crash, though. Прошу прощения, Скорпион Андреевна, возможно ожидать? Или же нам всем опа? Опа, это плохо, вы понимаете? Нам опа. За вас мы, возможно, проиграли. Нехрен было это спешить. Всё. Нехрен было тормозить. I was busy with big shit.
because you're also an adult. Shit, aren't you? Damn it, I'm not gonna make it this thing. I gonna kiss my goddamn cat, you understood? Bitch. Johnny, you better be okay. Johnny Gat died, I think. I think. Seems like I picked the hell. He wanna, my cat wanna fucking fight with me. Do you understand? I'm only a few seconds out. Don't worry, I'm gonna get I understand. Oh no. I will die too if I not grab some heals. You understood? Прошу прощения, что побеспокоил вас в столь мутное время, но я поднял нас обоих, и теперь мне нужно оживление. Вы можете мне его преподнести, пожалуйста? Yeah. А, я умираю, мне больно. А. О, смотрите, трое девчонок и один Джонни Гэт. Намек ясен? Ха-ха-ха. Три татушки, я убил своего кота. И что вам кот бедный сделал? Он пытался отрезать мне то, что ему отрезали уже давно. Вы не спешите, пожалуйста. Мы выполнили очередную сюжетную миссию, и я предлагаю вам двигать на корабль. Но перед этим давайте станцуем или закончим прямо здесь. Я станцую, пожалуй. Вам нравится, как я двигаюсь? Согласитесь же, неплохо, черт возьми. Что я тут перед вами, как стриптизерша? Ой, что это с вами? Так, нужно... Где, знаете, ну вас, я вас сейчас... Так, где есть патроны? А, он нашел. Куда мы бежим? Мне пора выключать, потому что я хочу спать после того, как я поел. Как бы я могу продолжить похождение с вами? У меня каникулы. И поэтому... Вам не кажется, что вы слегка обалдели? Я покупаю патроны. Бывает. Купили достаточно? Я вас застрял. Прошу прощения. Я реально вас застрял. Без вашей поддержки я бы из вас, прям из вас, понимаете ли, не вылез. Как бы смешно это ни звучало. Ну, вы поняли. О, у меня полностью прокачанный дробовик. О, и ачивка. Максимум Stopping Power. Нафак. О, I'm down. Простите, пожалуйста, не собираетесь вы закончить? Сейчас. Сейчас? Это сейчас или через час? Ну, можно и через час, но у меня, наверное, не хватит столько памяти на компьютере. Потому что у вас мало памяти на компьютере. Это гениально. Ну да, все 1.5-2 терабайта заполнены. Давным-давно. Вы должны очищать уже. Mm-hmm. И так очищено все сколько можно. Я прокачал, если не все, то... поэтому я вас жду. Ну ладно, и на этом можно закончить. А, так вот, пройдемте на корабль. Я вообще-то уже там. Прошу прощения, подождите меня пару секунд.
Ну ладно, я пока посмотрю на то, что я смотрел в GTA 5. А, любовь и прочее. Я правильно вас понял? Ну то, что было на лестнице. Прошу прощения. А, я понял. Я вспомнил. Так вот, Скорпиона Андреевна, позвольте мне произнести окончательную речь тоже. Ой, что это с вами? Вот она я. Давайте встанем вот тут. Это очень удобно. Так вот, с вами были... Так, погоди. Так. Я сейчас сиськи выровняю. Давайте, продолжай. Так. А да ты куда? Ты куда? Я почти выровнял. Повернись, вот. Так. Так. Ну, ладно, вот так пойдет. Так вот, с вами были две ностальгические в свое время молодые девицы. Скорпиона Андреевна и Мария Ивановна. Мы желаем вам всем доброй ночи, доброго времени суток и так далее. До свидания. Вам есть что сказать, Скорпиона Андреевна? Науп. Я скажу за нее. До свидания.